Еще одно предприятие Волгоградской области вскоре сможет пополнить ряды носителей фирменного знака «Волгоградское качество». Сегодня здесь проходило 12-е заседание экспертного совета по органолептической оценке продукции, представленной на присвоение знака «Волгоградское качество». Сегодня мы рассматривали образцы продукции, представленной Михайловским молсыркомбинатом. Всего предприятие это представило на присвоение знака «Волгоградское качество» 7 наименований продукции. Молоко, сметана, сыр, кефир, масло сливочное. Ну вот эти 7 образцов продукции и рассматривались достаточно представительной комиссией. В состав комиссии вошло 7 человек, в том числе эксперт по данному виду продукции, представители от двух торговых сетей «Радиш» и «Реал», и также представители от торгово-промышленной палаты. Теперь результаты экспертной комиссии продукции масло-сырокомбината «Михайловский» будут представлены 27 февраля на заседании правления Волгоградской региональной общественной организации «Волгоградское качество». Организации, индивидуальные предприниматели, прошедшие процедуры экспертной оценки, согласно регламенту, получают право использовать знак в рекламных целях, в печатных изданиях, на телевидении, в рекламных видеороликах и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках. Для потребителя знак «Волгоградское качество» является указанием на то, что продукция успешно выдержала экспертную оценку. Анна Дребнева, Константин Броневицкий, Волгоградское деловое телевидение.